Добрый день. Зовут меня Роман, сотрудник компании ООО «КАСТ». Компания «Кавказ Агростройтехника» является официальным дилером завода «Казань-Сельмаш». Официальным дилером мы являемся Ставропольский, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа. Завод «Казань-Сельмаш» производит опрыскиватели прицепные и опрыскиватели самоходные. В данный момент мы стоим на фоне опрыскивателя ОС «Барс 4000». Привезли мы его в Ставропольский край, Новоалександровский район. Что хочу сказать об этом опрыскивателе? То, что нас запросили клиент, то есть фермер, чтобы был клиренс. Клиренс у данной модели 1,8, чтобы, то есть ширина захвата крыльев была 30 метров. Она здесь предоставлена с подсветкой, чтобы можно было работать в ночное время. Здесь подсветка на крыльях установлена на каждом корпусе. Еще раз повторюсь, бочка 4000, доп. Емкость 400 литров, клиренс 1,8. Двигатель стоит Каменского завода. На самом опрыскивателе стоит система параллельного вождения и компьютер «Барс 5», также производство завода «Казань-Сельмаш», что позволяет им в паре работать система «Бум-пилот», то есть автоматическое отключение секций.